Здравствуйте! Сегодня мы будем изучать использование оригинальных материалов в гобелене. Для работы нам понадобятся нити, разные по составу, декоративные шнуры, рафия. Это растительное волокно, очень гибкое и податливое в технике ручного ткачества. Есть рафия разного выделки и разного состава. Мисочка с водой, для того, чтобы она стала более пластичной. Ну и нити, основы, которые присутствуют, а также ножницы. В качестве оригинального материала мы используем рафию. Рафия – это растительное волокно, высушенное, предварительно покрашенное. Для того, чтобы работать с ней, нам необходимо ее подготовить. Для этого нам понадобится вода, емкость с водой. И попробуем создать несколько уточных нитей для нашей работы. Должна ее замочить на несколько минут. 1-2 минуты достаточно. Достаточно 4 пока. Убираем весь наш материал и оставляем только утки. Берем мною начатую уже работу. И сейчас я вам покажу, как работать с этим материалом, но уже натянутой раме. У нас есть раскладка, растяжка таких оттенков, которые присутствуют у нас на данном образце. Сейчас нам необходимо набрать уточные нити, поскольку они у меня закончились. Это нити из простых нитей, не из рафии. Возьмем, например, такой фиолетово-серебристый. Цвет уже зависит от эскиза, поэтому я смотрю на эскиз и подбираю различные цветовые оттенки. И для закрепления нашей рафии нам тоже необходимо ее закреплять будет нитью. Поэтому я в данном случае подберу цвет в цвет. Возьму тоже, например. В данном случае проходить 2 ряда рафии не рекомендуется, поскольку это не технологично. Здесь должно быть чередование рафий и точной нити из обычных нитей. Ну, пока достаточно. Я остановилась на том, что у меня в утке я проложила рафию. Следующий ряд, соответственно, я должна взять нить, как бы закрепить и в то же время продолжить свою идею. Переплетение здесь обычное, полотняное. Thank you.
Вот я закрепила. И перешла на другую сторону. Ну, в данном случае зев здесь и нижний, и верхний не открывается. Работается так. Края у нас не опускались. Чуть-чуть их нарасти. Сейчас я заканчиваю этот фрагмент и покажу, как плести эту оригинальную интересную фактуру. Оплетка. Вот у нас все готово. Осталось. Практически все готово. Значит, вот на этом промежутке у нас будет с вами лежать такая интересная фактурная линия. Что для нее необходимо? Необходима сама основа, которая будет находиться внутри, как бы оплетаться будет. Вот для нее, например, у нас померяем небольшой кусочек. И выберем цвет самой фактурной массы. Закрепляем.
толщина облетаемого шнура, она может быть разная. Все зависит от вашей задумки, от вашей идеи. Значит, это высота вашей рельефной полосы. Значит, вот таким образом я накладываю поток и облетается шнур. Опять поток. Делать в конце. В конце очень просто. Либо мы продолжаем ее оплетать, либо мы ее просто срезаем и убираем вниз. Ну, давайте попробуем ее оплести. Необходимо, чтобы так. Достаточно здесь, и теперь мы должны ее закрепить. Лишнее срезаю. Какие-то шероховатости, неровности мне тоже нужно обрезать, чтобы было. Закрепим, как рассказала ранее, значит, мне нужно теперь закрепить непосредственно саму. Раз появляется фактура рядом, должна быть плоскость более гладкой. Вот. С обратной стороны, чтобы все было. Можно сделать и двухстороннюю композицию, но это уже совсем другая история. Так, последняя ниточка. Так. Таким образом у нас
получается. Следующий этап, мы возвращаемся опять к нашей закрайке и ткем полотном, полотняным переплетением, где-то сантиметра полтора, как здесь. Заканчивается все косичкой. Гобелен мы можем использовать для оформления интерьера, а также для украшения аксессуаров. Этим тканым полотном я оформила фотоальбом. В этой работе использована соломка и ракушки. Здесь присутствует печатный материал, фотография и лыка. В этой работе использован бисер и техника коврового ворса с помощью ниток. Экспериментируя на небольших работах, мы можем найти свой творческий почерк, а затем создать большую авторскую композицию. Этот мастер-класс провела для вас Людмила Хозяшева, доцент кафедры живописи и композиции Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета.